Ну что, привет! Уже скоро можно будет говорить, что старики, у нас вот выходит GTA Trilogy Remastered, и на самом деле страшно, да, представить, что уже почти 20 лет назад все это было. И, конечно же, это повод поностальгировать, вспомнить свои ощущения в те времена, чем была GTA 3, какими мы были, что она для нас значила. Ну и, конечно же, оценить ремастер и понять вообще, насколько сохранилась GTA 3, какие чувства сегодня она вызывает. Так что погнали! Вообще у нас уже довольно много ремастеров, и часто приходится предаваться воспоминаниям, поэтому я решил, что нужно вот такой визуально немножко другой формат для этого сделать, вот поэтому теперь я буду сидеть на уютном диванчике и предаваться воспоминаниям. Так что, может, сделаем целой рубрикой. Ну и начнем рассказ, естественно, с GTA 3, потому что, ну, с нее все началось. GTA 1 и 2, конечно, я любил, и все любили. Те немногочисленные люди, которые могли играть вот в 2D-спрайтовые игры. И, конечно же, именно GTA 3 сделала ту GTA, которую мы знаем сегодня. Как раз ее уже делали братья Хаузеры. Именно в ней закладывался фундамент для всего победоносного шествия последующих игр. И как и с любыми фундаментальными вещами, на самом деле, вот у них есть свойство взрывать в свое время мозг, да, показывать действительно что-то людям новое. А потом, ну, безбожно устаревать и восприниматься на фоне последующих проектов, ну, так, довольно примитивно. И это происходит, на самом деле, и в кинематографе. Многие из нас любят «Звездные войны». Но сейчас смотришь на эпизод 4 и понимаешь, что пятый был намного-намного круче. И вот здесь, мне кажется, абсолютно такая же история. Я очень хорошо помню, насколько вожделенной была GTA 3. Она же сначала вышла только на PS2, а у нас была ПК-страна, и консоли это было дорого-богато. Естественно, у меня PS2 не было. Я помню, как я ходил. Я уже тогда задумался покупать PS2, потому что там выходил Metal Gear Solid 2, точнее уже вышел. Помню, захожу я в магазинчик на Кузнецком, жалом поводить, а там ребята играют в GTA 3. И она охренительная, графон невероятный. Просто тогда это действительно взрывало мозг, но мне лично пришлось ждать ПК-версию, которая была уже в 2002 году. И это тоже такой отдельный момент, то что поскольку мы были ПК-страной, нам в журнале в Игромании приходилось выбирать игра года «Мафия» или игра года «GTA 3». Я топил, кстати, за «Мафию». Но конъюнктурно понятно, что редакция очень хотела GTA 3. И тогда мы приняли решение, что у нас будет две игры года. Обе игры потрясающие, но на самом деле, конечно же, GTA 3 была лучшей игрой 2001-го. Но опять же, наверное, для широких масс, потому что в 2001 году было много охренительных проектов. И, конечно, когда я GTA 3 запустил на ПК, когда он вышел, я, конечно же, охренел. И других слов для этого не подобрать. Я помню, что ко мне пришел сосед просто посмотреть, и он сидел молча прям несколько часов. Я говорю: «Слушай, а что ты молчишь-то?» Он говорит: «Да тут такая атмосфера, такой дождь вот этот вот постоянно льющий, тут, что я просто залипаю и смотрю, как они сделали этот город». И, конечно, сейчас это все очень смешно выглядит, даже в ремастере, да, который ты запускаешь, и такой: не знаю, готов ли я даже ради ностальгии сейчас в это играть. Но тогда это, конечно, не укладывалось в голове. Это был прорыв во всем. Физике, в симуляции жизни, в том, какие большие могут быть вообще игровые миры. И то, что это происходило там на PlayStation 2, конечно, тоже было и техническим, в том числе, достижением. Ну а еще GTA 3 вспоминается мне, потому что она пришлась на начало моей деятельности как видеомейкера. Я тогда еще не был в видеомании, не было никакого продакшена. Я делал интро-заставки к дискам игромании, и каждый месяц там была заставка, посвященная какой-то игре. И одной вот из таких заставок была GTA 3. И на самом деле это прикольно вспоминать, потому что тогда видеомонтаж был, ну, еще большей болью, чем сейчас. Потому что просто, чтобы
захватить кадры видеоигры. И нужно было тогда видеокарту по тюльпанчикам подсоединять к VHS, магнитофону, видеомагнитофону, на кассету записывать свое прохождение, а потом обратно с кассеты, нажав кнопочку play и все это заново просматривая, захватывать в ужасном качестве вот по тюльпанам на компьютер обратно. Картинка получалась дико мыльной, с интерлейсом и прочими проблемами. Но тогда это был единственный доступный дешевый способ как-то капчурить кадры из видеоигры. Другие более качественные решения, ну, стоили просто астрономических денег. Сейчас, запустив ремастер, я не то чтобы испытал какую-то бешеную ностальгию. На самом деле, я вот говорил уже, писал, у нас есть закладка сообщества, кстати, заходите, я там много каких постов на разные темы делаю. Если вы только видео смотрите, много чего упускаете, но я вот говорил, когда анонсировали ремастеред, что все-таки, в моем понимании, ремастеред это, ну, подходит для игр там максимум 10-летней давности. Когда игре больше 15, а уже в данном случае 20 лет, все-таки нужен полноценный ремейк. Ты понимаешь, ну, с одной стороны, там чуть-чуть приукрасили все, освещение прикольное, и можно в это переиграть. Но проблема в том, что GTA 3 просто как игра морально очень сильно устарела. Если машинки еще худо-бедно управляются, то стрельба вот уже вообще не выдерживает никакой критики. И ситуаций интересных она, ну, особо не генерит по современным, опять же, стандартам. Ну а сюжета в ней как бы никогда особо и не было. И диалоги короткие, из двух строчек состоящие. И написаны они явно в попыхах, и озвучены в подворотне. В общем, довольно все это печальное зрелище. Это был фундамент. Безумно крутой для своего времени. Но я, например, фанатом, настоящим фанатом GTA стал с Vice City. Потому что там уже был охренительный сюжет, голливудские актеры. В третьей этого было, ну, блин, совсем-совсем мало. И вот с культурной точки зрения GTA 3 на самом деле уже не представляет никакой ценности. Я вот поиграл несколько часов, так словил вот нот какие-то ностальгии, ужаснулся, что это все уже не работает. И понял для себя, что, ну, проходить ее сейчас я не хочу. И вот мне самому очень интересно, как оно будет с Vice City и с San Andreas. И особенно с San Andreas, потому что в свое время San Andreas я так и не осилил, я не прошел. И вот мне очень интересно, как бы смогу ли я спустя столько лет, учитывая, что игра вот очень сильно устарела, смогу ли я ее вот сейчас осилить. Потому что с сюжетной и с культурной точки зрения она как никогда интересна, учитывая, да, прошлогодние события в Америке. Но отдельный момент — это баги, которых, ну, вот, реально лет 20 не видел. У меня игра просто не сохранялась. Я это выяснил спустя уже несколько миссий от начала игры. После того, как я не выполнил задание, она началась просто сначала. И после этого я понял, что, ну, во-первых, не работает автосейв, во-вторых, ну, я подумал, что эта игра, да, действительно, с поколения PS2, там мемори-карты были, надо вручную сохраняться. И что вы думаете, я снова там прошел несколько миссий, поехал домой сохраниться, и оказалось, что просто этого нельзя сделать, то есть не работают ячейки сохранения. И вот на этом моменте у меня уже знатно подгорело. Воскрешать старые игры — это вообще всегда огромный технический челлендж, прям часто вообще там утерянные исходники, они там через целую систему костылей делают эти ремастеры. И вот я знаю, что Groove Street на самом деле очень долго возились с этим ремастером. То есть всем кажется, что это там типа наспех сделанная халтура. На самом деле выйти он должен был в прошлом году. Но поскольку у команды не получалось, Rockstar не устраивало качество, они продолжали вот еще год работать, но, видимо, не все получилось. И, наверное, вот здесь мы возвращаемся к вопросу, а стоило ли делать вообще ремастер? Возможно, не нужно было этого делать, нужен был уже ремейк. Как вы считаете? Пишите в комментах, что думаете, ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую порцию ностальгических впечатлений от Vice City и, конечно же, GTA San Andreas. Скоро увидимся. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой.
И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. К сожалению, день рождения только раз в году.